понедельник, 15 мая, в 10 часов 55 минут на пункт связи пожарной части Черноморска поступило сообщение о том, что в бурлачьей балке на улице Центральная горит жилой дом. Сразу же на место вызова были направлены два отделения пожарной службы города. Также в тушении принимали участие ведомственные пожарные отряды судоремонтного завода и морского торгового порта. Огонь повредил жилую комнату и домашнее имущество. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.